Всем привет, с вами канал о классическом бритье, классическое бритье for life. Итак, ребят, 21 либо 22 февраля я проведу стрим. Тема стрима у нас будет 23 февраля. Это первое. Кто когда служил в армию, расскажите, как у вас чего было. Я расскажу про свою службу в армии. Поделимся о новиночках, у кого что нового появилось, кто чем новым брился. И подведу итог по поводу польских своих кремов, бальзамов. Так что где-то ближе к 6-7 вечера, 21-го, либо 22-го, я точно запущу стрим. Всех жду. Сегодня у меня будет небольшой обзорчик. Я сегодня себе приобрел Denim Azure Aftershave 100 мл. Случайно его нашел на Авито вчера. И сегодня уже я его приобрел. Азур — это в переводе на русский обозначает цвет лазурь. Это цвет чистого неба. То есть вот у нас цвет чистого неба. И интересный дизайн у денима. Это Aftershave. Сделано для Швейцарии, но made in Italy. Такая вот коробочка. Состав имеется. Также открываем. Вот такая вот у нас бутылочка. Похоже на Denim Original, но сразу скажу, что Denim Original и Азур — это две разные вещи. 100 мл. По градусам не могу пока сказать, но тоже где-то в районе 60-65. Дозатор классический. Крышка классическая, как в 90-е годы. Что можно сказать по аромату? Данные я беру с сайта Фарагрантика. Что у нас сказано? То, что основные аккорды — это фужерный на первом месте, на втором — древесный, на третьем — свежий пряный, на четвертом — цитрусовый, на пятом — теплый пряный и на шестом — хвойный. Также Азур Деним — это аромат для мужчин, он принадлежит группе фужерные. Азур выпущен в 2016 году. Верхние ноты — сибирская сосна, бергамот, эвкалипт и розмарин. Средние ноты — чебрец, герань, пихтовый бальзам и гвоздика. Пряность. Базовые ноты — кедр, белый мускус, кожа и бобы тоника. Также выпускается в разных странах данный Aftershave, но почему-то в России я его найти не смог. И случайно на Авито на него наткнулся. И уверяет, что похож аромат на Lacoste Fragrances. То есть белый, вот это вот у них не Aftershave, а туалетная вода, которая похожа на белое поло. Вот они похожи. Сразу скажу, я его уже понюхал. Пахнет очень приятно, фужерно. И мне напомнил аромат, будто бы берешь какую-то, ну, хвойную ветку, отламываешь вот от нее хвою, и вот пахнет вот или смолой чем-то. Таким свежим, еловым. Очень приятный аромат. И вообще не похож на Denim Original. То есть Denim Original, он такой как какой-то более грубый, мужской. А здесь Азур Деним, он и цитрусовый, и вот этот и смоленистый, и древесный, и пряный. В общем, тоже интересный мужской аромат, сразу скажу. И ни капли унисекса нету в нем. То есть никакой сладости, ничего нет. То есть из серии классических мужских ароматов, одеколонов и Aftershave'ов вот именно нулевых годов, 90-х, мне аромат очень-очень понравился. И в ближайшем бритье мы это дело все опробуем. Всем спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал. Видос понравился, обзорчик понравился, ставьте лайки.
Обязательно комментарии пишите, может кто пользовался Azure Lion, вот этим Азуром. Я бы хотел, наверное, запустить этот Denim Azure с прораза Azure Lion. Больно вот у них, знаете, как-то пересекаются вот эти ароматы. Всем хорошего дня, всем пока.